Здорово, мужики! Сегодня у нас в выпуске RPG Comics, Action Palettes, Трэш Аркада, Крутая Стратегия, Аниме Слэшер и новое ММО. Приступим! Light Apprentice — это первая часть RPG-комикса про паренька по имени Нейт. После 300-летнего сна рыцарь Нейт просыпается в мире, опустошенном войной. Ну и кому, как не тебе, придется восстанавливать баланс во всем мире? Помимо крутой стилистики и нестандартного геймплея, тебе будет предоставлена возможность влиять на развитие сюжета и даже на решение и характер персонажей. Light Apprentice — это рождение новой саги, которую я не рекомендую пропускать. Finga vs. Axis — это очень смешная аркада, главным героем которой является твой палец. Ты не ослышался. Прикасаясь к экрану, твой палец переносится в мир приключений. Колоти мелюзгу, уклоняясь от стрел и препятствий, сразись с боссами и прокачивай свой палец. Хватит колупаться в носу, ведь теперь у твоего пальца есть высшее предназначение. Swamp Attack — это настоящая трэш-аркада. Внезапно звери взбесились и напали на твою болотную хижину. Ну и конечно же нет лучшего повода для открытия сезона охоты. Тебя ждут 78 уровней, 4 эпизода и оружие на любой вкус. От дробовика и минигана до огнемета и атомной бомбы. Shadow Kings — это уморительная стратегия с великолепным юмором и красочной графикой. Защити свой город от гоблинов, орков и троллей. Сражайся и торгуй по мультиплееру. Развивай свой город и экономику. В общем, все как обычно, только еще лучше, красивее и увлекательнее. Arcane Soul — это великолепный слэшер с элементами RPG. Выбирай одного из трех героев со своим боевым стилем и отправляйся истреблять демонов. В игре множество уровней, крутые комбо, 47 скиллов и приятная графика в аниме-стиле. Burning Blade — это новое ММО про смутные времена, когда человечество находится на грани уничтожения. Демоны опять вторглись в мир, и я больше не в силах противостоять армии RPG с таким сюжетом. Хотя знаю я вас, задротушки, срали вы на сюжет, главное, чтобы игралось. А играется тут хорошо. Приятная анимация, удобное управление, красивая графика, PvP, море лута. Короче, здесь есть все, что нужно настоящему задроту. Так что качай. А на этом у меня все. Качай, ставь лайк. Подписывайся на наш канал и вступай в группу, если ты настоящий мужик. Будь мужиком, бля. Это был обзор от Mob.ua, и я Трэш. До встречи.